Наташа, zuek Jarkovetik zatozte, kontatu aldiguzu zer utzi duzuen atzean. Все, что было, квартиру, автомобиль только что купленный, работу. Проснулись 24 числа после обстрела, проснулись вместе с мужем просто безработные. Ничего не осталось, потому что завод, на котором работал супруг, его просто разбомбили. Он был в окрестностях города, его просто не стал. Бомбетатик ези сатосте? Да, мы убегали именно от бомб, от разрушений города, потому что каждую ночь мы просто боялись оставаться дома. Мы ночевали несколько дней в подвале в школе, потому что считали это более безопасным. Не для себя, только обеспокоиться жизнью ребенка. Норцугу циту суан? Родители мужа и муж. Муж занимается развозом гуманитарной помощи. Серконтатен диесуэ чикиеней? Проснулись, когда с мужем ночью, мы пытались до последнего ее не будить, но когда мы ее разбудили, я проснулась, говорю, Алина, вставай. Она говорит, что случилось? Я говорю, война. Извините. Все хорошо. Не нервничай. Иричи сарете гаур? Да, мы сегодня приехали, нельзя сказать, что это везение, да, но мы очень быстро прошли таможню, и сейчас мы ждем поезд просто, чтобы продолжить путь дальше к своим друзьям. Сейн да суре бельдурри кандиена? Что я могу не вернуться домой? Что мне просто будет некуда возвращаться? Что я хочу, чтобы была жива моя семья? Дякую, Наташа. Дякую. Спасибо вам. Bon appétit. Извините меня. Все будет хорошо. Все знают. У нас сейчас такие войны, у нас сейчас такой президент. Вы видите, как весь мир за нас. Я думаю, это просто в шоке. Я просто